очень вкусные, интересные и сладкие клементины приехали, классненькие, просто вкусненькие. Есть у нас клементина Эрнандина по 4500. Приехал мандарин Клеопатра. Тоже я постараюсь ставить все фотографии. Вот мы получали в том году зимой с плодами. Они, конечно, просто потрясающие. Они очень вкусные, они обалденно ароматные, постоянно плодоносят. Более того, мандарин Клеопатра легко укореняется и является хорошим подвоем для цитрусовых. Это у нас идут вкусняшечки сладкие. Мандарин Клеопатра с косточками, клементин тоже с небольшим количеством косточек. И у Эрнандина там практически нет, но они очень сладкие, очень вкусные, очень ароматные. 4500. Мандарины. Мандарины Сацума Миагава. Это очень сладкий, очень вкусный, обалденный, классный, невероятно вкусный, крупный. Вот как на картинке нарисованный. Легко чистится, без косточек, ароматный. Мандарины с Нового года, из детства, обалденные. Вот их буквально 4 штучки. 4500. И мандарины, которые я вам рассказывала и говорила. Мандарины ретикулата. Они приезжали в том году у нас. И все время мы их заказываем, потому что они очень-очень вкусные. И они с плодами. Не все, конечно. Кто-то вот теряет, видите? Кто-то теряет. Но практически все. Практически все с плодами. Вот такая прелесть. Мандарины очень вкусные, реально. Они очень сладкие, их всегда в большом количестве. Они очень ароматные, душистые. И, конечно, там есть небольшое количество косточек, но они просто бомбические. Итак, мандарины 4500. Приехали Амуа 8. Даже тут есть с плодиком. Вот такой вот плодик. Амуа 8, это наш гибрид, красномясый, ароматный, ягодный, вкусом, наивкуснейший, просто супер. Из этого питомника он идет как клементин рубина, можно даже сказать роса, клементина рубина роса. Вот это идет Амуа 8. Вот еще один с плодиком, их вот всего 2 с плодиком. Обалденный, обалденный, очень вкусный, очень сладкий и красивый. В этот раз прям красивые, большие, пышные, я бы сказала, 20 горшки очень красивые, шикарные приехали. Класснючие-прикласнючие. Конечно же, они приехали с вредителями. И, естественно, я еще раз напоминаю, дорогие друзья, то, что мы обрабатываем, этого мало. Пожалуйста, при получении ставьте на карантин и обязательно обрабатывайте. Обязательно. Так, из мандарин у нас остался один Танжела Мапа. Танжела Мапа. В принципе, мы его можем, так как он последний экземпляр, но он в хорошем, он в отличном состоянии. Тут еще и прирост, он в прекрасном состоянии. Исключительно, вот правда. Суперском, но можем за за 4200 можем. Классный, реально. У него очень крупные плоды, похожи на мандарин, и в то же время очень крупные, как грейпфрут. Это гибрид. Дальше остались у нас мандарины, клементины из Оскар Тинтери, разные сорта. На них мы можем по 4000 отдать, на самом деле. Здесь есть и гибрид Каденера Танжела, здесь есть Кафин, есть Плазели, Михал, Оравал, Корсика 2, Эрнандина, Белеция, так, Белеция и Ракеп. В общем, вот такие экземпляры в 20 горшке можем предложить вам по 4000. Это у нас идут из Тинтери. Далее есть вкуснейшие мандарины Кинг, крупные, просто обалденные, по 4 можно 600. Дальше танжерин Трабут остался классный, про него есть ролик, про Кинг есть ролик, остался тоже 1 и 2. Осталось Муркота сладких, тоже про них есть ролики. В общем, по 4600, это из, практически из последней поставки. И есть у нас Танжела Миньола. Вот эти экземпляры по 4600.
22-й горшок, опять же, за 5500, смотря какие экземпляры, тут осталось совсем ничего. Амоа 8, дальше Клементина Эрнандина и, так, и мандарин Тардива ди Чикуля. Обалденные, вкусные, сладкие, реально очень хорошие сорта, и цена как бы снижена очень хорошо. Все в хорошем состоянии с молодым приростом. Так, из последних экземпляров есть у нас клементин Исса по 3000. Он очень хороший. Прям хороший. Мандарины Авари по 2500. Совсем чуть-чуть осталось. А дальше клементины Эрнандина по 4. И клементины Исса по 4. Это вот все, что у нас клементины и мандарины из остатков. Приехали грейпфруты. Грейпфруты приехали Росса. Это наш Стар Руби, который обычно всегда приезжает. Очень вкусно. У нас тоже были ролики обалденные. Они вот многие с завязями, кто-то с цветочками. Ну вот почти все с завязями. Классные. Приехали обалденные. Реально. Штампы все хорошенькие. 4500. И вместо розового грейпа, как я сказала, приехал Джала, это марш. Это марш, но они вот такие прям хорошие, большие. Тоже очень вкусный сладкий сорт, желтый. Вот такие вот, прям большие, хорошие, высокие, высокие, мощные. По 4500. Из грейпов у нас есть много что. Есть и черония, есть и грейпфрут пинг, и есть, так... Что у нас тут? И Born Mern, вот с плодиком уже начинает окрашиваться. Дальше есть... Так, это не то, это апельсины. Так, есть у нас пинг, вот розовый грейп. Есть шамбар, грейпфрут в 20-м горшке. Есть шедок. Есть тимор, помело. Танжела, и он же грейп Вебер. Такие вот классные, кто-то с плодиками, кто-то уж без. 22-й горшок по 5500 и какие-то экземпляры есть по 5000. И, соответственно, 20-й горшок 4000. То есть цена прям вот хорошая. Также есть наличие гибриды клементина и лимона по... В принципе, можно по 5000. 22-й горшок, они обалденные, они классные и просто... Ну вот реально суперские. У нас на них есть ролик, можете посмотреть. 22-й горшок гибрид клементина и лимона. Они по вкусу как лимон, а выглядят ярко-ярко-оранжевые с ароматом клементина, очень обалденные. Опять же напоминаю, из лимонов есть Эврика Пинг по 4200, есть Юзу по 4200, лимон Лунарио, лимон Фузата Сорента по 3, Санта Тереза по 3, Карубара по 4, так, Лунарио по 4, дальше Мейер 1 вот по 4, последний экземпляр по 4, просто потому что последний, 2 липа, тоже их можно по 4, это у нас лимоны, и плюс вот лимоны сейчас выбирают, там один может останется... Лимон Росса в наличии по 4500 с новой поставки. Это лимоны. Обалденный классный бергамот. Бергамота, конечно, это просто вот отвал башки, потому что он очень насыщенный, очень ароматный, очень вкусный. Плоды у него как на картинке, более того, мы показывали и дегустировали. Он действительно потрясающий, у него ароматный лист, можно использовать лист, добавлять чай. Ну и, конечно же, он классно цветет, и обильно плодоносит, и получает свои очень интересные, необычные плоды, гораздо вкуснее. Более того, они похожи на апельсин, по вкусу кислый, как лимон, и очень ароматный. Ароматные. Вот именно аромат бергамота. По 4500 вот такие класснючие, пышные, прям шикарные, шикарные, шикарные. Это у нас бергамот. Из бергамотов у нас больше не осталось, вот только вот эти экземпляры, потому что их разметают, их разбирают, особенно вот когда приезжают вот такие красивые. На самом деле, еще раз я в конце обойду, покажу вам, действительно привоз классный. Вот опять же не могу вам показать, почему всех зазываю в гости, потому что на самом деле... Все достаточно пышные, прям пышные, хорошие экземпляры, обалденные, без повреждений, красиво смотрятся, ну вот чудо,
по-другому не скажешь. Даже вот те экземпляры, которые у нас на остатках, они тоже достаточно хорошие и интересные. И переходим к апельсинам. Начнем мы с бицарио. Приехал бицарио, вот он и цветет. Молодые у него пурпурные приросты, обалденно красивые. Кто-то тут даже с плодиком бугристым. Очень-очень он мне нравится, потому что он необычайный по внешности и плюс по вкусовым качествам. Такой кислый, но очень-очень ароматный. И он всегда разный. То есть на одном растении, помните, я вам показывала, я делала ролик на одном растении, опять же, может расти и в виде перчика, и в виде вот такого кругляша морщинистого. Вот три экземпляра по 4500. Обалденные, очень пышные, очень красивые и интересные. Апельсин Мора. Приехал апельсин Мора. Вот он там в бутонах. Он пышный, он огромный, он мощный, он классный. И он очень вкусный. У него вот такая вот яркая мякоть, сладкая, сочная, ароматная. А пахнет она просто невероятно, очень сильно, очень мощно, без косточек. И аромат малины. С таким тонким оттенком вишни, конечно, вкус просто потрясающий. Поэтому очень-очень всем рекомендую обязательно иметь в коллекции апельсин Мора. Он, как и Фрагола, он достоин занимать почетное место, потому что он действительно очень вкусный. Опять же, вот показываю, что все стволы без изъяна, все идеальные, абсолютно все. Вот штамм ровненький. То есть растения вообще классные на самом деле. 4500, их не очень много. Плюс приехали... Тароко варигатный. Обожаю его. У него вот такие полосатые плоды. Видите, они полосатые. Потом они будут ярко-ярко-желтого, такого немножко оранжевого оттенка. Внутри они пигментированы, очень сочные, сладкие, без косточек и с ягодным ароматом. Вот кто-то цветет. Видите, обалденные, обалденные, очень-очень красивые. Это у нас тароко-варигатный апельсин 4500. Опять же, если немножечко пробежаться, у нас есть апельсин из старых запасов. Есть Валенсия по 3000, есть апельсин Вали Калабреза по 3000, из Тинтери по 4. По 4, они все прекрасные. Кто-то из них цветет, они все пышные. У них нет никаких дефектов. То есть это цена, потому что практически каждый из них в одном экземпляре. Просто за то, что это последний экземпляр. Значит, есть Альфио, Тароко ди Требьяче, дальше Сангвинелли, Каденера, Валенсия Кэмпбелл. Так, это Валенсия, а тоже Кэмпбелл. Так... Дальше Тароко нуцелярный. Тароко нуцелярный. Тароко Лемпса один. Тароко Росса. Тароко Росса другой. Дальше букет Ниццы. Тароко Джала. Сейчас я пролезу. Так, Галичи. Облунгус. Тароко Шелиф. И мальтийский сангвиниум. Вот они все по 4. Они все очень классные. Апельсин Фрагола и апельсин Ванильная Перена по 5500. Обалденный 22 горшок. Валенсия Линда 22 горшок 5500. И Тароко Тапи по 4. Так, и это у нас Тароко... Тароко Скиара. Тоже по 4. Также есть у нас апельсин. Апельсин Сангвинелла по 4. Есть у нас апельсины Росса по 4. Это с прошлых привозов. 22-й получается тоже горшок по размеру. И то, что я вам говорила, вот там есть Вали Калабреза по 3. Это у нас остаточки. И сегодня я не могу пройти мимо. Оставила на закуску. По-другому не сказать. Вы не представляете, какой аромат.
Мы сегодня вот вокруг этого стеллажа всех водим и просто, ну вот, понимаете, как невозможно передать словами те ощущения, те запахи, которые источает вот этот плод. А опять же, многие, может быть, не нравится мое описание, как я описываю руку Будды, но я в восхищении от этого цитруса и буду в восхищении всегда, потому что он очень достойный. Да, он такой необычный, своеобразный, но тем не менее, вот ради вот этого, ради того, что он постоянно цветет и плодоносит вот такими вот ароматами, они безумно пахнут сладко. Более того, варигатный, он более сладкий, чем простой. И в этот раз приехали все варигатные с плодами. И они просто невероятно ароматные. Очень-очень вкусно пахнут, прям безумно вкусно пахнут. Они такие все классные, по 4500. Такие вот, все видите, очень красивые. И приехала обычная рука Будды, они приехали все в основном цветущие. Плод у них тоже такой же, видите, полосатый. Вот такой же, но вот у меня остается впечатление, что варигатный у него более сладкий такой аромат, хотя вот насыщенный, и даже я не могу описать, как он вкусно пахнет, но это просто вот парфюм, реально парфюм, обалденный парфюм, просто стоишь рядом и наслаждаешься вот этим ароматом, ароматом, как пахнет плоды рука Будды. Итак, у нас есть простой 4500 и варигатный, это цитронные. Они более теплолюбивы, их очень сильно любит клещ, обожает, поэтому нужно постоянно обрабатывать для профилактики. Плюс он иногда может скидывать листву, не надо бояться, он сразу же быстро обрастает. Есть вот такие нюансы, особенности у этого цитрона, но он просто бесподобен. В прошлых коллекциях у нас есть цитрон Максима, это самый крупный крупноплодный цитрон. 20-й горшок 3000, они с приростами, они все классные, но почему-то на них никто не смотрит. Поэтому мы решили их немножечко в цене опустить. Поэтому 3000 вот за такие классные цитроны, цитрон Максима. И приехала папуана, микроцитрус папуана. Плоды у нее очень интересные, очень необычные, как и кринки, кисленькие, с таким тонким легким оттенком хвои. Они приехали, кто-то вот с плодиком, вот еще одна с плодиком. Они приехали все усыпанные мучнистым. Мы обработали и сегодня опять будем обрабатывать, потому что они все в мучнистом. Они все с плодиками, кстати сказать. Они все с плодиками, они все прикольные. 4500. Также у нас в наличии с прошлой поставки, которая была недавно, классные микроцитрусы Алстонвилле. Тоже мы делали про него, рассказывали. По 4600. Дальше Вайчоп микроцитрус, микроцитрус Б, микроцитрус... Не знаю, как сказать по-русски. И еще там один микроцитрус. Вот они по 4600. Это новинки, достаточно такие, новый экземпляр. Классные у них тоже икринки. Всех разные. В основном это все красные сорта. У них мякоть красная. И один идет вот такой вот микроцитрус. Он идет по 4500. 22 горшок. Сладкий лимон ванильный один остался, 4600, обалденный, вкусный. Плюс ко всему осталась одна пурша. Ее можно за 3000, в принципе, в 20-м горшке. И осталось буквально два рангпура в 20-м горшке по 3000. Да, можно даже по 3000, они обалденные. Это лиметы, у них плоды сладкие, сладкие, вкусные, ароматные. Также есть еще из Тиндери лимета Дольче Романа по 4000. У нее сладкие плоды. Вот они из Тиндери, сладкие плоды. И они с ароматом бергамота. Мы тоже делали про них ролик, показывали, рассказывали. В принципе, я вот так пробежалась, вам показала и заодно все, что есть в наличии. Также у нас остались экземпляры по 2500, по 2000. Вот буквально вот совсем тележечка. По 3000 осталось совсем немножко.
Опять же, спрашивайте, потому что что-то недорассказала, что-то не показала. Плюс, опять-таки, все, что, может быть, тоже недорассказала, не показала. По 3000 есть, по 2000, по 1800 лимоны ламандины, кумкваты и лимон ругоза по 2200. В общем, в принципе, в наличии много всего классного и очень вкусного. Сейчас я вам быстренько просто пробегусь, покажу, что у нас во флоре миксе, потому что по ценам я еще не знаю, завтра будут цены писать. И я вам отдельно завтра сделаю, схожу ролик, потому что ролики буду делать я, освещать. И вы можете, в принципе, опять же, цены я выставлю, цены для нас будут топтовые. Флора Микс не отправляет и не будет отправлять, поэтому вы можете писать все, что вам понравится. Опять же, как только у них будет готов сайт и плюс, как только будет готово все, вы можете писать нам и через нас закупать. Вот, кстати, сказать, оплатили вот мимозу, мы у них уже выкупили, забрали, то есть вот будем привозить мимозу. А опять-таки, напоминаю, бананы у нас есть по 2800, совсем остается мало мурая, совсем чуть-чуть остается глина по 2000, тоже можно, спрашивайте. Гранаты тут у нас цветут по 2000. Это садовые классные сладкие. И быстренько сейчас я вам покажу, что есть во Флоримикс. Смотрите, вдруг что-то вам понравится, цены выставлю. Пишите, спрашивайте, мы отправим все, что вам захочется. И будем периодически освещать все, что там есть. Быстро пробежалась, быстро показала. Завтра постараюсь сделать более подробные ролики и вам выставлять, показывать. Простите, не успеваю.